Класічныя скарбонкі, калекцыйныя свінкі са шкла, малахіту і яшмы. Мінчанка Алла Змієва сабрала больш за 100 фігурак сімвала новага года. Калекцыя амаль 25 гадоў, у кожнага з экспанатаў свая гісторыя. Яны прывезены з розных куткоў свету: Іспаніі, Мальты, Эстоніі, і вырабленыя з гліны, фаянсу ці бурштыну. Адрозніваюцца вырабы і сваім прызначэннем. Ёсць пятачкі, якія проста ўпрыгожваюць інтэр'ер, а ёсць свінка, маслёнка ці адмысловыя фігуры для захоўвання спецый. Колокольчик, допустим, керамический такой, то есть это вот есть действительно масленка, это добрский фарфор, вот она сделана таким образом. Ну, мы ей не пользуемся дома как масленкой, она у нас в коллекции, вот, но тем не менее. Вот есть тоже наша белорусская свинка, значит, подсвечник сюда можно так вот на как раз рождественский стол поставить, поджечь свечу. Вот. Очень распространенная тема это, значит, в основном, правда, во Франции, вообще в Европе, это кулинарные свинки. Это вот, в частности, набор, даже, так сказать, в коробочке мы его сохранили. Калекцыянер упэўнена, символ года у 2019-м абавязкова прынясе удачу и счастье.